В Гагаузии стало приоритетным изучение родного языка. Для его развития все больше внедряются новые методики и технологии. Традиционно два раза в учебном году педагоги обмениваются опытом. С 1 по 12 класс ведется этот предмет в школах с контингентом учащихся гагаузской национальности. С 1 по 9 класс у нас полностью учебники составлены и уже работают. Сумели создать хрестоматии хотя бы для 10-12 классов. Полагаю, что мы сегодня можем достойно сказать, что гагаузский язык состоялся. В автономии нет проблем с кадрами. Учителя гагаузского языка имеют высокую квалификацию. Многие из них занимаются научной и творческой деятельностью, участвуют в разработке учебной литературы, чтобы как можно лучше развить родную речь. Городским нашим детям труднее дается речь, потому что они мало общаются в семье на родном языке. Родители, особенно нынешних, теперешних наших учеников, это молодые родители, которые учились в советский период. Школьники, которые действительно много лет не говорили в семье на родном языке, сегодня пытаются изъясняться, как, например, ученица 10 класса. Сложно разговаривать, но понимаю. Педагоги, читающие гагаузский язык в школах, не просто учат, они творят, внедряя различные элементы. Есть своеобразие для предмета гагаузский язык и литература. Это, естественно, предмет истории и культуры традиций гагаузского народа. Обязательным, скажем так, я так думаю и считаю, что элементом должно быть творчество детей. Процессы развития и обучения родному языку можно ускорить, если работать комплексно. Такова позиция руководства автономии. Учителя гагаузского языка должны быть тем генератором, который двигает идеи. Это первое. Второе. У нас центр научных исследований есть, который должен очень плотно заниматься проблемами истории, культуры, языка гагаузского народа. И третье – это Камрадский университет. Вот если все эти три составляющие мы сумеем объединить, то я уверен, что у нас будут очень хорошие учебники, очень хорошая база будет, язык будет развиваться достаточно быстрыми темпами. На территории компактного проживания гагаузов впервые гагаузский язык был включен в учебную программу в 1959 году и изучался гагаузами 4 года. С момента получения статуса автономии гагаузский язык вновь изучается в учебных заведениях как обязательный предмет. Сегодня на гагаузском языке говорят более 170 тысяч человек, проживающих внутри и за пределами страны.